Ну, мое стихотворение о том, собственно, о впечатлении, которое произвела на меня однажды картина на уличной торговле картинами. Вот. А почему у меня после этого возник интерес к картинам? Потому что в молодости я тоже побывала в Третьяковской галерее, и на меня произвели очень многие картины. Такое сильное впечатление было, вот хотя казалось бы мне, ну что, я еще молодая, что мне там, трагедии никаких, ничего нет. Но вот сидишь, вот огромное полотно, царь Иван Грозный и сын Иван, огромное полотно. Ну, там скамеечки такие, вот присела, посмотрела, но глаза вот этого царя простого, изображенного мужика на картине, его весь ужас от того, что произошло с его сыном. Ну, вы знаете сами историю этой картины. И вот то, что потом происходило с этой картиной, уже несколько раз набрасывали, срезали эту картину, реставрировали. И уже вот недавно, в этом году, третий раз порезали эту картину. Ну, вот такое оно производит впечатление на человека. Не знаю, то ли это здоровые люди, то ли нездоровые, но происходит вот такое. Ну и с тех пор вот я как-то все время нет-нет, да то... Туда на выставку схожу, на другую схожу, там в музей куда-нибудь. И вот теперь, коль нам наш командир дал задание написать о впечатлении на картин, я написала тоже. Шла как-то так же по улице, продавали картины. Ну и вдруг смотрю, такая картина, ну просто тоже, вот не знаю даже, как и выразить. И вот я написала по этому поводу. Душе тревожно и тоскливо, не рада даже сувенирам, и тянет прогуляться уж давно к возвышенной мечте своей картинам. В любимом городе своем, где можно душу отвести, найдешь ты все до новизны, на выставках или в магазинах, но душу трогает не все, художник в этом не виновен. И по бульвару я бреду, ищу свое, и нет покоя. Но вот оно, созвучие души, в ногах Творца, бесценно, величаво. Картина смотрит на меня, мои страдания понимая. Я ж понимаю ее взгляд, хотя он грозен, необычен. Но как же любо мне молчать, как будто был всегда привычен. Она вулкан, чудеснее Мадонны, в своей природной красоте. Смотрю в глаза завороженно вулкану женщине на полотне. О чем же мыслил тот художник, когда вулкан изображал? Но знаю точно, вдохновение толкнуло мастера на это выражение.